Ребятки, привет! Это очередное видео из Трейдына. Это очередное видео рубрики Трейдын, но здесь немножко не Трейдын. Это телефон, который у нас лежит на складе уже полгода. Какая у него, короче, история? История, на самом деле, запутанная, и те, кто давно следит за моим каналом, могли, в принципе, видеть информацию про этот телефон. Это iPhone 7 Plus на 32 гигабайта, Jet Black. У него есть несколько моментов, которые являются предметом того, что мы его, например, не продаем в магазине как новый или там еще как-то. Этот телефон приобретался девушкой, и у телефона какая оказалась судьба? Он был запакованный в пленки заводские, он был запакованный в заводскую пленку в коробке, и он был неактивированный. Все как бы окей, то есть по сайту активации он не активирован, запакованный в пленочке, запакованный в эту в пленочку, все как бы шикарно. Через там буквально месяц девушка пожаловалась на то, что начинает хлюпать экран вот в этом месте. И действительно здесь есть такое легкое, знаете, движение от корпуса к дисплею происходит. И нам этот телефон принесли, мы этот телефон вскрыли, точнее нет, мы сначала не вскрыли его. Мы его сначала проверили по сайту активации, и вы знаете, нам что написали на сайте активации? Что данный телефон является замененным по гарантии. То есть этот телефон должен находиться в сервисном центре компании Apple или вообще быть утилизирован, то есть у него статус утилизированного устройства. Вот. Каким образом он оказался у поставщиков, непонятно. То есть, ну, всякое бывает. Поставщик, ну, учитывая рынок, дает 2 недели гарантии. То есть 2 недели гарантии они кончились, дальше типа в Apple. Но в Apple обратиться, учитывая, что это устройство списанное, нет возможности. Такая тяжкая на самом деле история. Мы этот телефон, после того, как нам в Apple отказали и сказали, что в сервисном центре, что данный телефон вскрывался и является, как бы, сейчас, по сути, списанным, находящимся на утилизации или на складе в Apple, нам отказали в гарантии, мы этот телефон сами открыли и посмотрели. Абсолютно все внутри целое, за исключением того, что нет проклейки от влагозащиты. То есть нет проклейки, которая обеспечивает защиту по стандарту IP67 у этой трубки. По серийному номеру вы можете вот этот телефон проверить на сайте, он будет числиться как списанный и так далее. По поводу даты производства, этот телефон произведен в конце 2017 года, в начале 2018 года. И у этого телефона всего 80 циклов зарядки, то есть тут ситуация на самом деле неоднозначная и непонятная. Потому что телефоном, по сути, вот сколько там, месяц-два месяца пользовалась девушка вот эта, да, и, собственно, примерно столько на самом деле у нее износа батареи. И по нему видно, ребят, что здесь, естественно, все оригинальное стоит, внутри тоже все оригинальное стоит, защитки никакие не снимались, ковыряться, паяться, ничего не делалось, то есть реально телефон абсолютно новый, абсолютно в идеальном состоянии, но у него есть момент, да, то, что нет этой проклейки. Я думаю, эту проклейку снимали в авторизованном сервисном центре в первый раз, когда пожаловались на дефект вот этого хлюпающего экрана. То есть то, что вот идет вот это вот движение легкое. Но опять же, кинокамеру это тоже не передать. В остальном, это цвет телефона, кстати, Jet Black. И по Jet Black, да, вы обычно знаете, они царапаются просто как не в себя, ушатываются в дрова. Здесь видно, что телефоном реально пользовались очень мало, потому что у него состояние, ну, очень хорошее. По экрану он был вообще в пленке изначально. То есть когда его достали из коробки, наклеили на него защитную пленку, экран у него просто новый. Вот. И, собственно, какая ситуация с этим телефоном? У нас лежит на складе уже с полгода, наверное. Вот. Нам его нужно реализовать, и мы его решили продать в полцены от нового. Это 23 тысячи рублей. И, собственно, предлагаю его вам, если вдруг кому-то интересно, какие здесь есть плюсы и какие здесь есть минусы. Однозначный плюс этого телефона то, что здесь стоит, по сути, все новое. Это новая батарея, это новый оригинальный экран, то есть плата, ну, то есть абсолютно, в принципе, на самом деле, в принципе, абсолютно новый телефон. Из минусов, за эти деньги вы не получите аксессуары, потому что их мы уже выдернули, чтобы хоть как-то там отбивать, да, стоимость этого телефона начать. Из минусов нет аксессуаров никаких, то есть есть только коробка и там всякие бумажки к нему в комплекте. Из минусов то, что нет никакой гарантийной поддержки от компании Apple, то есть если вдруг что-то, да, то тут обращаться только просто в сервисы. Из минусов то, что здесь нет проклейки по IP67, вот этой резиновой херни по канту. Все. Как бы, да, эти минусы существенные. Но учитывая, что это реально новый 7 Plus на 32 гигабайта с новым экраном, с новой батареей,
Мне кажется, это телефон неплохая, неплохая трубка для тех, кто хочет более-менее хороший телефон с хорошим экраном, но не готов, допустим, платить по фулл прайсу 45 тысяч за него. Но опять-таки, 23 тысячи рублей, что на них можно купить? На 23 тысячи можно купить, допустим, 6S как новый. На 23 тысячи можно 6S плюс как новый розовый взять на 16. И здесь как бы дилемма стоит. Покупать или нет. Но опять же таки, здесь камера стоит достойная. То есть здесь камера уровня 7-8 айфона, она шикарная. И это, я еще раз говорю, здесь ни один компонент не менялся. Здесь ни одни болты на платье не крутились. Это прям 100%. Единственное, что нет проклейки, нет гарантии, потому что телефон по факту списанный как бы Apple. И то, что нет проклейки от IP67. И нет аксессуаров. Но опять же таки, цена 23 тысячи рублей. Я не знаю, хорошо это или плохо. У нас он висит на остатках по цене там что-то в районе полтинника. То есть покупался он, закупался, когда они стоили. Ну, когда они в ходу были. То есть был релиз восьмерок. И вот семерок, что-то такое, короче, не помню я уже. Но в районе полтинника у нас по нему зависли бабки. Хотя бы половину надо выдернуть. Потому что, ну, как бы, деньги должны работать. Вот, телефон этот проверен, у него все абсолютно работает, все там, я не знаю, вибромоторы, камеры, 3D-тачи, то есть все шикарно, все отлично, еще раз повторюсь, все оригинальное стоит, батарея здесь новая, там 80 циклов перезарядки. Покупать или нет, решать вам. Если вдруг вас этот телефон заинтересовал, то welcome, первая ссылка в описании на Instagram, пишите, что хочу купить, отправлю также или с деком, или блаблакаром, если вы где-то рядом. Все, подписывайтесь на канал и ждите новых трубок. Как и обещал, будет много интересного в этом году именно по вот таким, я надеюсь, телефонам. Но это конкретно не бушный телефон, это по факту новый телефон, просто вот с такой сомнительной историей. Насчет, кстати, переживаний там, может быть, что Apple что-то предъявит, еще что-то. Я записывал видео, где по этому телефону звонил непосредственно в компанию Apple и спрашивал, в каком статусе это устройство и где оно как бы обслуживалось, где оно там утрачено, еще что-то. Они говорят, что да, телефон в статусе списанного, но как бы посмотреть, где он должен быть, как он должен быть или еще что-то, как бы они не могут и претензий никаких по этому телефону не имеют. Единственное ограничение, которое на него наложено, это то, что вы этим телефоном, в этот телефон не сможете сдать по официальной гарантии непосредственно в официальный сервисный центр компании Apple. Вот и все. Вот. Ну и еще из минусов то, что этот, блядь, Jet Black, и он пачкается очень сильно. Но опять же таки, большой экран, 7+, 23 тысячи. Кому интересно, пожалуйста, в Instagram пишите, покупайте. Отправлю его, как только заработает транспортная компания.